Друзья, всем привет! Очень многие задают мне вопросы, какие все-таки кнопки ставить. Вот сейчас, как вы знаете, с августа на Кириу уже ставят круиз-контроль с завода. И у меня даже недавно возник с одним товарищем спор, какие все-таки кнопки стоят с завода. Вот посмотрите, сейчас мы в автосалоне «Серебряный саквояж». С завода установлены кнопки с надписью «Моды», значком и внизу кругляшок. То есть такие же кнопки, которые ставил я, а не с надписью «Круиз». Поэтому, если вы заказываете кнопки, если вы видите, что такие кнопки, то они должны быть уже, скорее всего, доработаны. Они реально идут от Kia Rio. Вот это максимальная комплектация у нас. Здесь уже стоит круиз-контроль. То есть, если кто не в курсе, на комплектации Prestige и Premium уже с завода круиз-контроль установлен. Если вы купите без круиз-контроля, да, после августа месяца, просто покупаете кнопочки вот такие, устанавливаете, ничего вам, ни провод не надо протягивать никакой, ничего перепаивать не надо, просто кнопки поставили, у вас все заработает, и даже на панели здесь появится индикация включенного круиз-контроля. Все, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам это видео понравилось, делитесь им с друзьями. Всем удачи, пока!